Всем тихой ночи. В предыдущем голосовании победило обновление по игру, и вполне справедливо. Прошлое видео по этой организации выходило 4 года назад, и с тех пор многое поменялось. Хотя основа осталась прежней, все та же клюква. Начнем с объекта, ставшего первым упоминанием ПГРУ на сайте. В 1947 году в Башкирской ССР на одном из сталелитейных заводов случилось удивительное перевыполнение плана. Оказалось, что рабочие на этом заводе трудились без отдыха и перерыва, а спали всего по 3 часа в сутки. Тела некоторых из них были изменены таким образом, чтобы лучше подходить для своих трудовых обязанностей, а некоторые из людей превратились в инструменты или даже станки целиком. Центром этой аномалии была стоявшая на заводе статуя в виде рабочего, вместо головы которого были различные инструменты. Завод взяли под свой контроль люди из организации под названием отдел ПГРУ. Когда оперативники отдела наконец вошли в помещение завода, они увидели, что к тому времени уже все рабочие успели превратиться в различные инструменты и станки, полностью потеряв человеческий облик. Отдел поисследовал аномалию и принципы работы, пока же в 91 году после распада СССР фонд SCP не выкупил объект, а также документацию по нему. Статуя была поставлена на содержание как SCP-1011. Но что же это за отдел ПГРУ такой? Из SCP-3554 можно узнать, что организация, ставшая при СССР отделом ПГРУ, существовала еще и до революции. При царях она называлась Подминистерство тайны. Судя по этому объекту, тогда она занималась созданием аномальных механизмов. Сам объект, например, это полностью автоматическая линия производства консервированной еды, а именно борща, построенная в 1914 году. После революции тайные министры успешно интегрировались в советское государство, и уже в 30-е годы начали заниматься изучением аномального явления, известного как «Тихая ночь». «Тихая ночь» — это плохо поддающееся описанию явление, которое похоже на сильную и очень холодную метель, поглощающая при этом огромное количество тепла. Однако, будучи на первый взгляд просто погодным явлением, эта штука оказывается разумной, и по своей природе это что-то вроде злого духа древних фей. Да, в SCP есть феи, хотя, как по мне, тут было бы уместнее взять кого-то из славянской мифологии. Ну да ладно. Работники ПГРУ долго искали к ней подход, желая сделать из «Тихой ночи» оружие, и в итоге смогли как бы привязать ее к человеку. Фонду этот человек известен как SCP-6051, гуманоид с температурой тела минус 5 градусов и способный охлаждать пространство вокруг до минус 50. В ходе работы с этой аномалией где-то в Свердловской области была создана еще одна штука – высокая мачта с электромеханическим компьютером в основании, вместо процессора, у которой были части человеческого мозга. При введении в него географических координат в указанном месте образуется облако, из которого выпадают крупные ледяные кристаллы, собирающиеся в человекоподобные фигуры, пытающиеся сражаться с тем, кого посчитают врагом. Фондом комплекс обозначен как SCP-2617. В 1948 году правительство заказало у ПГРУ разработку оружия на основе изученных ранее аномалий. Штука получилась громоздкая. Огромный компьютер, центром которого служил мозг пойманной феи и подобие старинной пушки, подключенной к нему. При выстреле оружие забирало и втягивало в мозг в центре устройства самой личной жертвы, оставляя после себя только пустые бессознательные тела. Фонд узнал о существовании проекта в 1956 году, когда внедрил в СССР своего агента. Тогда же фонд и узнал и о самом ПГРУ. Больше о нем удалось узнать в 1962 году, когда на сторону фонда перешел ученый из СССР под псевдонимом Айсман, при себе у которого были документы организации, изучающие аномальные явления в Союзе. Этот ученый рассказал, что начиная с 50-х годов, видимо после успеха прошлого проекта, они занимались разработкой мощного психотронного оружия, способного массово делать людей верными идеалам коммунизма. Однако тогда отдел принялся за работу крайне неохотно, ведь была свежа память о недавней страшной войне, и ученые хотели работать над чем-то полезным человечеству, а не над оружием. Тогда отдел начал создавать пси-установку, но изменил ее действие так, чтобы люди, попавшие под влияние, становились пацифистами. Центром устройства стали на этот раз не феи, а сросшиеся тройняшки, оставшиеся в живых только благодаря своим псионическим способностям. В результате экспериментов из этих тройняшек получилось существо, способное к левитации, телекинезу и, главное, способное изменять взгляды больших масс людей. Получив существо под свой контроль, фонд дал ему номер SCP-2664. Имея такую штуку, ПГРУ облучил ей как США, так и СССР, завершив таким образом Карибский кризис 61 года, когда могла начаться ядерная война. Когда об этой самодеятельности отдела стало известно, его по большей части разогнали. Часть его ученых сбежала
побежала на Запад, как Айсман. Но какая-то группа все же осталась верна правительству. Впоследствии оказалось, что отдел не исчез. В 66-м году был перехвачен странный сигнал, идущий от одной из советских космических станций линейки «Союз». Судя по переговорам, эта станция была запущена в рамках эксперимента отдела с аномальными явлениями, и внутри нее находился космонавт, жизнедеятельность которого поддерживается неким необъяснимым образом. В ходе изучения явление получило номер SCP-1778. Похоже, запуск космических аппаратов, управляемых призрачными сущностями, стал основным занятием отдела. Позже фонд поставит на содержание SCP-2813 – космический корабль, управляемый тремя призрачными существами, являющиеся копиями Константина Циолковского. Также отдел продолжил разрабатывать оружие, но уже не такое внушительное. Например, в 70-х сотрудники отдела пытались создавать химическое оружие, подавляющее способность людей понимать какой-то конкретный язык. Документация по этим разработкам хранится в файле SCP-5748. После распада Союза дела у ПГРУ шли настолько плохо, что отдела практически не стало. И, конечно же, захват аномальных объектов отдела и особенно архивов стал важной задачей для фонда SCP. А в этих самых архивах агенты фонда нашли данные об огромном количестве самых разных аномальных явлений в Союзе. Некоторые из них были довольно простые. Например, в 90-м году отдел ПГРУ получил сообщение о том, что некий управдома вошел в квартиру одного из жильцов и столкнулся там с полтергейстом. Агенты ПГРУ исследовали злополучную квартиру и нашли в ней труп одного из советских чиновников, а также заметили, что положение всех предметов в квартире зависит от экономических показателей различных республик СССР. Сейчас аномалия известна как SCP-2214. Некоторые объекты пересказывают различные таинственные истории советских времен. Например, события на перевале Дятлова описываются в объекте SCP-5957. В 92-м году перебежчик из ПГРУ в обмен на убежище предоставил фонду SCP еще один артефакт, хранившийся в организации. Печатная машинка, изначально созданная в нацистской Германии, с набором клавиш, сделанных из человеческих зубов и пальцев. Изначальный набор клавиш был при помощи особого мистического ритуала, связан с Чемберленом, и тот произносил все, что печаталось на машинке. Отдел ПГРУ смог разобраться, как работает это мистическое приспособление, и создал наборы для влияния на американского президента Трумана, а также на некоего неизвестного перебежчику человека. В общем, отдел занимался весьма большими делами, а объект этот хранится в камере 1118. В 94-м году агенты фонда поставили на содержание еще одну аномалию – призрачный вертолет, выглядящий как настоящий, но не взаимодействующий с реальными объектами. Позже стало известно, что этот вертолет принадлежал ПГРУ и перевозил некие артефакты с неизвестными свойствами, но был сбит и стал таким вертолетом-призраком. На содержании он известен как SCP-1745. В 96-м году из окончательно рассыпающегося отдела П фонд SCP сбежал другой агент. С собой он прихватил документацию по явлению, известному как 2675. Явление заключается в появлении будто из ниоткуда огромного корабля, отдаленно напоминающего ледокол, пропавший в 92-м. Ледокол этот использовался ПГРУ для изучения одной из аномалий, но в ходе взаимодействия с ней стал кораблем-призраком. Впрочем, не все перебежчики из ПГРУ получили убежище. Некоторых ставили на содержание. Один такой вот стал SCP-2956-2, ведь у него обнаружилась псионическая связь со своим братом. Но что еще интереснее с призрачной подлодкой? SCP-2956, которую он неосознанно управляет во сне. Призрачные вертолеты и космические корабли, призрачные водные корабли и подводные лодки. Такие штуки ПГРУ создавать очень любили. Как вам, кстати, призрачная подводная лодка на орбите Марса? Это SCP-7860, и объект возник в результате неудачного испытания устройств телепортации. Другим направлением ПГРУ был поиск на территории СССР аномальных организмов, связанных с саркицистами и их магией плоти. О саркицистах и их объектах есть уже несколько видео на этом канале, так что не буду повторяться. Но вот в итоге, насмотревшись на разных монстров порождения магии плоти, ПГРУ тоже решила создать что-то в этом духе. Начинали они, конечно же, с малого. Создание вещи, известной фонду как SCP-3168. Это небольшая матрешка, вызывающая у ближайших кур такую мутацию, в результате которой они несут особые яйца. Из этих яиц вылупляются не цыплята, а организмы, напоминающие избушку на курьих ножках. В общем, так и освоили ребята магию плоти, после чего перешли на эксперименты на людях. Например, при помощи особых тренировок и аномальных модификаций они превратили женщину в живой радиоприемник. Позже фонд получил ее в качестве объекта 1723. Модификации людей с тех пор ПГРУ занимались весьма активно. Вот в 72-м году агенты SCP вышли на еще одну аномалию, связанную с отделом. Стало известно, что в одном из институтов Чехословакии проводятся эксперименты по развитию клеточной регенерации. В том же году в медицинском учреждении, где это происходило, случилось некое событие, вызвавшее беспорядки, чем
чем воспользовались агенты SCP, чтобы выкрасть объект и документацию к нему. В комплексе был найден мужчина, раны которого заживают настолько активно, что в случае получения ран он фактически превращается в огромную массу плоти, способную занять значительное пространство. Содержать такое оказалось непросто, но фонд как-то справился, разработав условия содержания SCP-2102. Еще один магический организм на службе советской спецслужбы стал известен фонду как 2314. Это маленький паразитический червь, который срастается с глазом жертвы и телепатическим образом передает то, что она видит другому человеку. Получается такой шпион без шпионского оборудования. В этом направлении отдел работает довольно много. Например, таким же образом был создан человек, известный теперь как SCP-3978, органы чувств которого воспринимают не текущую обстановку, а то, что воспринимает другой человек. ПГРУ использовал это свойство объекта для шпионажа за разными важными людьми. Особенно подобные эксперименты активно проводились в Чернобыльской зоне отчуждения. Там агенты фонда обнаружили в заброшенном городе Припять множество кроватей с массами плоти то тут, то там. Эти массы представляли собой страшную кашу из разных живых организмов, а также из неживых материалов. Через некоторые промежутки времени эти организмы создавали выброс радиации, а также массы плоти были источниками радиосигнала, в котором угадывались отдельные слова и фразы. Это явление можно найти в документах фонда как SCP-4426. Изучение найденных в местах скопления таких вот кусков плоти показало, что ПГРУ тут изучала даже не магию плоти саркицистов, а еще более древний вариант, тот, которым владеет SCP-1000, то есть снежные люди или йети в мире SCP. Кстати, пока фонд SCP содержал этот объект, йети начали понемногу заселять пустующую Припять, и эти йети по какой-то причине остались очень недовольны взаимодействием с людьми из отдела и что-то замышляют против человечества. Впрочем, это как обычно. Таков отдел ПГРУ в мире SCP на момент выхода этого видео. Не забывайте упоминать в комментариях, о чем мы еще не говорили на этом канале. Что наберет больше голосов, о том и поговорим в следующем подобном видео. Всем пока!